Елена Борисовна Скобелева – классный руководитель и любимая учительница у учеников 7 А класса средней школы номер 3. Елена Борисовна очень хорошая учительница, веселая, добрая, когда нужно, строгая, очень хорошо преподает свой предмет. Очень хороший, классный руководитель. Победа Елены Борисовны стала настоящим праздником и для ребят. Поздравить вас захотели с первым местом в участии в конкурсе «Учитель года». Молодцы, мои дорогие, я рада. Победа, конечно, далась сложно, но тем не менее я рада, что я не подвела ваши надежды, оправдала ваши ожидания. Это очень хорошо не только ваши, но и ваших родителей, всего нашего коллектива. А какие чувства переполняют саму виновницу торжества? И что пожелает Елена Борисовна своим коллегам, у которых такие конкурсы еще впереди? Всего самого доброго, потому что каждый учитель, проводя для себя какие-то итоги в своей работе, подводя, он приходит к выводу, стоит ли это или не стоит. И где что западает. Может быть, пересмотреть свое педагогическое кредо, может обновить какое-то свое взгляды на мир, что-то решить для себя, стоит участвовать или нет. Но все-таки я хотела бы пожелать всем коллегам, конечно же, непременно участвовать. Коллектив нашей телерадиокомпании изначально видел в Елене Борисовне победительницу конкурса. Большую поддержку ей оказал педагогический коллектив школы, которым руководит депутат городской думы, опытный педагог Надежда Николаевна Закотий. Коллектив, он может показать, на что он способен. Он своей практикой, опытом, работая с детьми, доказывает, что мы можем конкурировать и с другими школами. Я знала, что Елена Борисовна сможет пройти этот конкурс. Это ответственно, это трудно. Особенно волнительный момент, когда учитель готовится прийти в класс к чужим детям. Мы своих детей знаем, какие они, на что способны, как отвечают, как ведут себя, запас их знаний. А вот когда приходишь к чужим детям, они все для тебя абсолютно новые. И что они могут преподнести, трудно сказать. Елена Борисовна, она попробовала, у нее получилось. Приятным сюрпризом победительницы городского конкурса «Учитель года» стал подарок депутата Законодательного собрания Ростовской области Максима Ивановича Щаблыкина, годовая подписка на газету «Ориентир-10» и сертификат на бесплатное поздравление в программе «Хорошее настроение».